Праздничный стол – неотъемлемый атрибут новогодней ночи. В этот день каждая домохозяйка готовит широкий ассортимент всевозможных закусок. За долгую историю праздника у него появились свои традиционные блюда. Мы спросили у жителей нашего города, какое блюдо у них ассоциируется с Новым годом. Какое блюдо у вас ассоциируется с Новым годом? Хачапури. Как-то нестандартно. Почему именно они? А потому что меня любят в семье эти блюда. То есть каждый Новый год вы... Ну, не каждый Новый год. Ну, в основном я стараюсь это сделать. Оливье – самое такое блюдо. Пельмени русские, настоящие. Салат оливье. Рыбу потушить, пожарить вкусную. Это ваше любимое блюдо или ваши семейные тоже любят именно ее? Да, и мое любимое. И все любимое. Торт хороший испечь. Это самое хорошо. Возможно, наверное, оливье, наверное, скорее всего, так вот. Как-никак традиционное блюдо, так получается. Рыба под шубой и оливье. Курица, запеченная с картошкой. С Новым годом. Пельмени. Почему именно они? Да так, для здоровья хорошо. После Нового года. Не знаю даже. Есть оливье, есть еще что? Ну, оливье, ты что, у нас уже не знаю сколько лет. Шампанское и пельмени, которые мать делала, вот такие мордовские, с ладошку с мою, из чистого мяса, из сала, из свинины, то есть. Есть какие-то фирменные блюда, которые вы готовите на Новый год, которые есть только вот на вашем столе, и такие эксклюзивные? Ну как, вы знаете, у меня очень большой ассортимент, и каждый год я стараюсь что-то новое делать. Поэтому я не могу даже удивить вот чем-то кого-то, особенно свою семью. Они все знают, что я что-нибудь новое придумаю. Поэтому нет у меня такого, чтобы было блюдо вот это, каждый год одно и то же. Мне нравится вот то, что любят мои дети, вот я то и делаю. Горячие, холодные закуски, вино, шампанское, фрукты, рыба. Рыба заливная. Ну, возможно, восточные блюда, наверное, какие-то такие. Какие названия у них есть? Ну, например, татарская земля, манты, пирамяч, беляши, такие вот, как тоже международно так считается, можно сказать уже. Как выглядит ваш новогодний стол вот в эту ночь? Ну, у меня очень простой: холодец, мандарины, оливье и бутерброд с икрой. Вот и все. Как же традиционный оливье? Нет, это уже, вы представляете, на любителя, конечно. Я, во-первых, оливье с колбасой вообще не перевариваю, как его делают с колбасой. Вот поэтому это на любителя. Ну, сын любит у меня оливье, ему отдельно делаю. Нет, не выбрала. Я знаю, как выглядит. Какой карман будет, такой и стол будет. Оливье, курица, рыба, что еще? Фрукты и... Скорее всего, икру купим. Вот, и это шампанское. Мы не отмечаем много так-то. Почему? Ну, являясь мусульманами как-то все равно. А есть у вас какая-то замена этому празднику, аналогичная? Аналогичная. Только два праздника. Какие? Курбан-байрам и ураза, пост, рамазан.